французскому Эль в прошлом году исполнилось 65 лет. Мы не чувствуем себя ни внучкой, ни младшей дочкой, ни младшей сестрой. Мы чувствуем себя полноправной коллегой, скажем так. Поэтому 15 лет для нас – это очень важная веха. Это такая своеобразная машина времени, которая смогла перенести нас на несколько лет вперед гораздо быстрее, чем это вообще происходит в реальной жизни. Поэтому всех рад видеть. Очень искренне желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь с нами.